Первые, но уверенные шаги. Ивановской федерации стрельбы из лука всего год, но спортсмены уже делают успехи. Состоялись первые официальные состязания, присвоены спортивные разряды. Лучники вспоминают, федерацию создавали практически с нуля. Раньше ребята занимались, кто-то где-то, да, никто друг о друге не знал. Вот, и удалось людей объединить, так сказать. То есть, как бы базы не было вообще никакой. В 2014 году удалось найти вот это помещение, в котором мы занимаемся вот по сей день. Ивановские лучники нередко привозят награды с различных соревнований. На фестивале «Стальной характер», «Зов крови» четверо из 12 спортсменов заняли призовые места. Фестиваль ежегодный, регулярный. Также он еще бывает еще и летом проводится. Значит, у нас там успехи в нескольких номинациях были в лучном турнире. Это блочный лук, Борибол, и дети у нас также показали хорошие результаты. Ну, 3 золотые медали у нас, 2 медали у нас серебряные, и 2, по-моему, 3-е место у нас. То есть, ну, в принципе, неплохо, но могли бы и лучше, как всегда. Постоянно стрельбой из лука здесь занимаются около 100 человек, взрослые и дети. Ваня Голубев – начинающий лучник, тренируется всего 3 месяца, рассказывает. Учиться сложно, но интересно. Увлекательно, но сложно попасть в мишень, потому что я иногда промахиваюсь, а иногда попадаю в цель. Иван тренируется раз в неделю и точно знает, какой цели хочет добиться. Попасть в центр мишени несколько раз подряд или, как говорит мальчик, собрать кучку. Чтобы они прямо сразу все, 1, 2, 3, все трое вот так вот рядом кучкой. Для Владимира Березенко стрельба из лука – это прежде всего отдых. Он предпочитает классический лук для олимпийской стрельбы. По словам Владимира, этот вид спорта позволяет разгрузить голову. Парадокс лучника, собственно говоря, чем меньше лучника, ну, чем меньше он пытается контролировать лук, тем лучше происходит стрельба. То есть все должно быть, по идее, оттренировано и на инстинктах. То есть растяжки все должны быть всегда одинаковые, стойка всегда одинаковая, руки всегда одинаковые, все всегда одинаково. Чем меньше будет попыток это все поправить, поконтролировать, тем лучше. 21 января в Иванове пройдут соревнования по 3D-стрельбе из лука. В качестве мишени будут использоваться полноразмерные фигуры животных – кабанов, лис. А еще в этом году Федерации стрельбы из лука выпала честь проводить этап Кубка России по 3D. Ожидается, что в Иваново приедут 150 стрелков. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.